Всем привет! Сегодня мы поиграем в игру 9 кубиков. Игра подходит для игроков от 7 лет. В нее могут играть от 2 до 5 человек. Одна игра длится около 20 минут. Она тренирует умственные способности и скорость реакции. В комплекте 9 кубиков, спиннер, 5 разноцветных фишек и 25 карточек с цифрами. Рассказываем, как играть. Сортируем карточки и аккуратно раскладываем их на игровом поле. В центре стола выкладываем круг с цветными фишками. Спиннер держим поблизости, он скоро пригодится. В начале игры каждый игрок получает по 3 очка. Первым ходит самый младший игрок. Он крутит спиннер, и число, на которое показывает стрелка, будет целью его хода. За раскладом кубиков наблюдают все игроки. Нужно выяснить, дают ли кубики одного цвета при сложении или вычитании загаданное число. 3 и 2. В сложении получаем 5. На это число и указывает спиннер. Игрок, который первым находит нужные кубики, должен быстро схватить жетон нужного цвета. Обратите внимание на бежевый кубик. Он универсален. Его можно использовать в паре с кубиками любого цвета. Берем бежевый кубик и 2 синих. Снова получаем 5 в сумме. Игра продолжается. 4 плюс 2 минус 1 – опять нужное число. Когда один из участников решает, что ходов больше нет, он берет черную фишку с надписью «Стоп» и останавливает раунд. После этого игроки проверяют все расчеты. За каждый правильный подсчет с бежевым кубиком игрок получает 1 балл. Если участник использовал кубики только одного цвета, ему достается 2 балла. Игрок, взявший черную фишку, получает 2 балла. За каждый неправильный подсчет игроки теряют 1 очко. Победителем становится тот, кто первым наберет 15 очков. Отлично, теперь вы готовы сыграть в 9 кубиков и открыть для себя еще множество других игр для тренировки ума. Людик, игры для активных умов.